стерео ай-ресивер корпорации Marantz, модель называется SR1100. У меня такой уже есть на продаже, этот надо тоже заснять. У него будет другой серийный номер, сразу его покажу, какой другой серийный номер. Вот такой вот у него серийный номер. Значит, аппарат имеет две пары акустики выход, сопротивление от 4 до 16 Ом, мощность развивает 30 Вт на канал честных при 8 Ом по ТТХ. Значит, кнопочка включения, выход на ножнички 6,3 мм, индикатор FM стерео, индикатор FM приема, уровень сигнала индикатор. Значит, первая, вторая акустика. Значит, бас трейбл. Значит, вход тейп монитор. У него получается 4 входа. Значит, стерео моноприем, радио. Радио FM от 87,5 до 108 МГц. Морда у него шампань. Весит он 6 кг на транзисторах. Звучит очень и очень недурно. Это баланс, это громкость, это настройка винира. Вот, ну что говорить, я уже первый снимал. Спец, у него провод съемный, такой марантзовский. Он мультивольтажный, но 220 вольт, скажем. Хвост съемный, фирменный Marantz. Вот так вот выглядит соединение. Это 4 до 16 Ом, две пары акустики зажимного типа. Вот так выглядят разъемы. РЦА, FM антенна вот такая. Значит, фонокорректор типа ММ с заземлением. Вот она, земелька. Вот. Ну, давайте послушаем, как работает радио. Так, радио. А, вот. Включить надо. Правый канал. Аукс. Сиди. Сидим и слушаем.
Вот, значит, при настройке FM, у него вот, если правильно станция настроена, горит зелененький огонечек. Слева, справа такие красненькие. FM стерео работает. Так, где у нас FM стерео? Забыл. Вот. Моно стерео. На этом все. Баранс SR1100. Питание 220 вольт. Производство Япония. Спасибо.